Рекомендую тебе зайти на сервер Anarchistan RP. Это сервак, что-то усредненное между Dark RP и Military RP с упором на свободу игроков. Здесь имеется узаконенный РДМ, легкодоступно оружие и деньги, наркотики, система лута, машины, бронетехника, ивенты и локации с мобами и боссами для фарма. Будучи гражданином, выживай так, как ты захочешь. Стреляй, дерись с кем тебе захочется и делай все, как ты почитаешь нужным. Главное достигнуть своей цели, а каким способом уже не важно. IP-адрес Anarchistan RP будет в описании. Заходи и играй. Добрый день, дорогие друзья! Юзер Арбуз, третья часть уже на подходе. Немножечко с вами поговорим и приступим к ролику. Итак, с момента выхода второй части Юзер Арбуза прошло больше полугода. Вот это я понимаю контент, вот это реально серьезное отношение к своему делу, которым ты занимаешься на Ютубе. На самом деле это лишь свинство, лень и ничего более, потому что мне реально было не кайф что-либо делать. В принципе, сейчас ничего не изменилось, но я так подумал, вроде бы вот, хороший материал, мне с ним повезло, то есть его можно эксплуатировать в видосике как юзер арбуз и как проверку админов, то есть наверное выйдет после этого ролика еще один видосик по проверке. Но ребят, я обнаружил одну такую проблему, вы сейчас наверное скажете, опять этот пидорас клянчит лайки. Да, так оно и есть, я клянчу лайки, чтобы попасть в рекомендации и привлечь больше аудитории на свой канал, а также на этот видос. Это нормально, просто посмотрите, какую активность набрал за полгода второй юзер арбуз, и вы все поймете. Честно, из-за такого актива я все эти еще полгода думал, стоит ли продолжать эту хуйню делать, потому что блять, на других видосах куда большее количество просмотров, комментариев, а также лайков. В общем, ебашьте лайки, подписки и комментарии, чтобы выдвинуть меня в рекомендации. Всем спасибо заранее, а мы с вами начинаем. Заебись, просто водный пистолетик. Блять, какая же это пиздатая пушка. Сейчас пойду к какому-нибудь челика пиздану. Могу ли я... А, нет, я не могу использовать другие пушки за маньяка, кроме его, которые даются ему, дробовиков. Видал, у меня водный пистолетик есть. Хороший пистолетик. Где этот Паша? Где этот Паша? Это как он работает? Он говорит, стреляй в меня, как он работает? Да не буду я в тебя стрелять, ёбнулся что ли? Чё за НРП, блядь? Сейчас тебя в бан нахуй. Я просто по РП попросил, алё. По РП, блядь, попросил тебя стрельнуть, конечно. Ой, не по РП, а по НРП. Я просто хотел купить её. Да-да-да, ожидайте в таких вот типичных для Dark RP ситуаций такие вот перегибы с моей стороны. Даже на фан РП сервере, коим является Cafe Life, нужно соблюдать нон-РП правила. Джайл нахуй. Жесткий модератор против администрации. Пацан теперь начинает еще пиздеть. То, что он просто спросил по донату, как работает оружие, блядь. Ну-ка, стрельни в меня, блядь. Я тебе по нон-РП говорю в РП-профессии. Молодцы, блядь. Пипец ты, дебил. Я моего друга в джайл посадил. Просто так. Сейчас тебе еще и... Так что, братик, пока. Пойдем выйдем с тобой, слышишь, на кулаках, блядь. Пойдем выйдем на кулаках, блядь, с тобой. А потом еще в бан отправишь за то, что я с тобой дрался, так что... Да-не-не-не, иди ты вонишь. Нет, нет, я не могу банить, я модер. Давай, если я нарушу, то ты на меня жалуешься, вот сюда. Вот сюда, здесь место такое. Все равно ты жалуешься, я... Ну, типа, как бы, доказательства нет у меня. Нет доказательства у тебя. Слушай, у нас тут стрела с ним. Стой. У нас стрела. Стой. Челика, попрошу уйти. Уйди отсюда, уйди. Уйди, у нас тут стрела с ним такая. ПРП, так сказать. Не нужно здесь лазить, пожалуйста. Спасибо. Уходи. Че, два раз? Ты что делаешь? Сюда иди стоять, сказал. К стене нахуй лицом стоять, говорю, блядь. Аутнейм. Молодец. Сейчас, подожди. ФРП, Иван, пизда. Ого, окей. И еще, почему петух я? Петух, блин, сам сказал, давай на кулаках по-честному, а вы... Когда я тебе сказал, ты кто такой слился вообще? Кто ты такой? Ты только что на кулаках бились. Я тебя не помню вообще. Я челика только с водного пистолетика убил. Я пристрелил человека из водного пистолета. Ну вот, и все. А ты как это помнишь? Тебя шубили только что. Ну, братик, пока, короче. Так тебя шубили только что, как ты это все помнишь-то, объясни. А, не, ну я видел, да, ты кого там чувака убил. Да, видел, да. Ну сейчас, не, ну, блядь, за НЛР отлетишь, подожди, Ван Пис. Да. Тысяча секунд, блядь. Давай сажай, чё ты.
А? Думаешь, модер сразу такой крутой? Петух, блин. Потом я решил тэпнуться к ним прямо в джайл и объяснить им, за что я их наказал и в чем они, собственно, не правы, где они нарушили правила. Во время разговора я специально, короче, проронил фразу про то, что я топовый, типа, донатер, я там уже 10 тысяч ввалил в этот сервак. И потом меня начал пацан опять спрашивать, на что ему ответил, типа, 10 тысяч ввалил. Заметьте, как изменилось отношение ко мне после этой фразы примерно за секунды. За что я тебя убил? Потратил на донат. Я 10 тысяч закинул. Сколько? 10. У меня сейчас это 6. У меня 7 тысяч сейчас в донате лежит. У меня 7 тысяч лежит. Но я не все еще купил то, что захотел. Я так мод руку взял и пистолетик этот водный, прикольный. Короче, тебя я посадил за то, что ты в РП-профессии, просишь стрельнуть по тебе. Какой нормальный человек при полицейском скажет, чтобы в него стрельнули, попробовали испробовать оружие? Ты вот мне это объясни. Я понимаю. Панон РП, а ты в РП профессии горишь панон РП. Для этого используется вот такой вот чатик. Кинь 500 рублей на киви. Ну стоп, тебя. Что ли, какие 500 рублей, иди отсюда, бомж тупой. Я этому, как адекватному, могу подарить что-нибудь из привилегий, код Тишка. Что у тебя за привилегии вообще? Ты юзер или кто? Держи, кайф бронз. А ты нахуй меня не отправляй, говно ты чуть-чуть мягкое. Где мусора, блядь, мусора, сосить хуй. Мусор, сосить. О, мусор, сосить хуй. Заебись. Заебись, провокация, да, Мид? Окей. Я специально нарушаю правила. Ну окей, а сейчас полетишь. Города. Сейчас на 600 секунд улетишь, Мид. Чё, как? Да пошёл ты нахуй. Всё, нахуй, набегался. Зашли нахуй оба быстро сюда. Зашли сюда, блядь. Сюда зашел ты, блядь. Сюда зашел. Сюда, говорю, зашел. Ты че, блядь? Ты что, ты дебил? Ты дебил? Ну нормально, да, нормально. Я не собираюсь туда заходить, ты че? Молодец, 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 молодец. Сначала смотри, стоишь тут. Месси, 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 футболист. Эй, видишь ФРРП нарушение? Стоит сначала тут, в помещении. Ему говорят зайти сюда под предлогом того, что на него ствол наставили. И он уходит на улицу. Молодец, сейчас за ФРРП пацан полетит. Сколько там ФРРП? 900? Сколько стоит? Понятно, что стоит человек. Ну понятно, понятно. На время сдается или там совсем? Ой, блин, не то так, стоп. Блин, не то. Да, да, блин, не то. Вижу нарушение, наказываю долбоеба. Вот как нужно играть за модератора. Меня посадил за провокацию полицейских. Я типа не могу подбежать и сказать полицейскому специально нарушить правила. Половину сервера за это не банят, блять, половину сервера бегают, орут, какие мусора плохие и все. Заебали уже эти нытики, я просто не знаю уже, как на них реагировать. Слышь, Нидл, думаю то, что если я, блять, модера нахуй на сервере купил где-то часа два назад, то можно меня вообще тюкать по любому поводу, блять. Даже если они нарушили за дело. Один, сука, в общаге с их банды, блядь, достает оружие, и похуй, что оно холодное, горячее, разогретое, мне вообще до пизды. Это оружие. Он достает набор гладиатора, блядь, и на меня идет. Это людное место, подъезд. Я его за это посадил, где-то в общественных местах. Нахуй он это делает. Вот, этот дурак, блядь, знаю, понимаешь, этот полоумный, блядь, начинает бежать целенаправленно к полицейскому со своим другом, но друга я не тронул, потому что он ничего не говорил. Он берет, подбегает к менту, говорит, менты там что-то пидорасы или хуесосы, и убегает. Понимаешь, заебали, я 2 часа играю, мне 2 часа ебут мозги всякие додики, которые просто заделают джайл. Так что не еби мне мозги, блядь. То, что было тогда, я их нахуй обоих слил и опустил просто в унитаз, блядь. Я могу сажать в джайл, если вижу нарушение. Мне не нужно подавать жалобу. Я ничем не отличаюсь в этом плане от администраторов, оперов, либо топ-админов.
Если ты этого до сих пор не понимаешь, если до твоей тугой башки этого не доходит, то это лично твои проблемы. Бля, я тебя сейчас трогаю, нахуй, оскорбляю, ебать. Ты заебал меня уж, честно. Так не ебите мне мозги, блядь, и не нарушайте. Дай мне в тюрьму, да, да. Что ты хочешь от меня? Что ты хочешь от меня, я тебя спрашиваю? Что ты хочешь от меня, я тебя спрашиваю? Я тебя за правило, за нарушение посадил. Провокация. Какие ко мне, сука, вопросы? Става, ебать, не оскорбляй тогда. Посадил, ебать. Ну нехуй мне мозги ебать, значит. Вы что-то меня уже доебывать начинаете, блядь. 2 часа играю, сука, а уже нервы, блядь, на измотку пошли. Все, я пошел, короче. Сука, я ебал. Че за нытики с вами играют? Ребят, вот серьезно, блядь. Знаешь, ты перепутал Жао Петрович. Ты вместо 1.6 поставил на нарпак. Не. Оружие достал в общественном месте. В чем проблема? Оружие достал? Это холодное оружие, холодное. Да хоть горячее, хоть разогретое, хоть, блядь, перегретое, хоть прожаренное.